Студенческая жизнь – это не только лекции, конспекты, сидение за партой и подъем к 8 на первую пару. Но это еще и активные студенческие будни. Учащиеся Казанского федерального вносят и свой вклад в развитие и престиж университета. Первокурсники и третьекурсники, мальчики и девочки – все они принимают участие в конференциях и форумах, занимаются исследованиями и демонстрируют свои творческие номера на различных праздниках университета. В Казанском федеральном наградили самых талантливых студентов Института массовых коммуникаций и социальных наук, сумевших в этом году добиться успехов в области учебы, науки, спорта и творчества. Их отметили почетными грамотами и благодарственными письмами. В число лучших студентов попала и сотрудница телеканала «Универ ТВ». Мне, безусловно, конечно же, очень приятно, что родной институт в этом году отметил мои заслуги. Действительно, было сделано очень много. Может быть, это будет нескромно, но действительно было в этом году много конкурсов, много наград. Мне очень приятно, что этот год был таким насыщенным, таким живым, таким драйвовым. Надеюсь, следующий год будет еще лучше. Всех с наступающим, всем успехов и крутых проектов в новом году. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.